Это была особая беременность. Откуда вы это знаете? Агата, это уже по моей части. Когда вы услышали тот жужжащий звук в столовой, вы сказали, не может быть. Почему вы так сказали? Вы никогда не поверите. Доктор открыл мне глаза, и я поверила во многие вещи. Это случилось 40 лет назад в Дели, глубокой ночью. Я была одна. И тогда я увидела его, сверкающий свет в небе. На следующий день он пришел в дом. Кристофер, самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела. Наша любовь вспыхнула, как огонь. Я отдалась ей без остатка. И в ответ он показал мне невероятную правду о себе. Он превратил себя в человека, чтобы изучить нас. Оса была его истинная форма. Я любила его так сильно, что это не имело значения, но его украли у меня. 1885 год. Год великого муссона. Река Джумна поднялась и вышла из берегов. Его унесло с берега, но Кристофер оставил мне подарок. Драгоценность. Не похожую ни на какую другую. Я всегда ее носила. Я никогда не забывала его. Держала его поближе. Всегда. Подумай только, парень подарил драгоценности, и вы тут же оказались беременной. Бедное дитя. 40 лет назад мисс Чандракала отнесла этого ребенка в приют, но профессор догадался об этом. Он нашел свидетельство о рождении. Девичья, это девичья фамилия. Именно. Так значит, она его убила. Я его не убивала. Мисс Чандракала опасалась, что профессор раскрыл вашу тайну. Значит, вы убили его. Я не убивала. Леди Эдисон невиновна, потому что сейчас... Доктор... Спасибо. Мы открываем ложь и секреты, находим ключи к этим событиям, и мы должны сказать, что это была ты, Донна Ноубелл. Что? Кого я убила? Нет, но ты говорила об этом с самого начала. Это жизненно важная подсказка. Все это происходит как в детективе. Значит, это были вы, Агата Кристи. Прошу прощения, сэр. Что значит, она их убила? Нет, но она написала. Написала те блестящие умные книги, и... Кто ее самая большая поклонница? И перст судьбы указывает на вас, леди Эдисон. Оставьте меня в покое. Значит, она их убила? Нет. Только подумайте. Вечером в прошлый четверг что вы делали? Я была в библиотеке. Я читала мою любимую... Агату Кристи, думала о ее сюжетах и о том, какая она должна быть умная, какое это имеет значение. Просто подумайте. А что еще случилось ночью в четверг? Простите. Вы сказали на лужайке, что в прошлый четверг мальчишки забрались в вашу церковь. Да, верно, забрались. Я обнаружил двоих, ночные воры, я был возмущен. Какого черта вы это делаете, мальчики? Я с ними справился. Правда? Человек Божий против сильных пареньков? Человек 40 лет? Или мне следует сказать, человек, которому точно 40 лет? Не правда ли? Боже! Леди Эдисон, вашему ребенку сколько сейчас должно быть? 40. Ему 40. Он вернулся домой. Бездар. Ерунда. Вы сказали, вас растили монахи. Значит, вы выросли в приют? Мой сын. Неужели? Вы обнаружили тех воришек, преподобный, и разозлились. Настоящая сильная злость, и она сломала генетический замок. Вы изменились? Положите эти вещи сейчас же, туда, где вы их нашли. А вы
осознали это после всех этих лет. Вы поняли, кто вы такой. И тогда все началось.